Друзья, мы в отеле, я потом поснимаю более полный обзор. Сейчас заселимся, поехали. Заполняете вот такую вот карточку. Ну, тут все очень просто. И отдаете. Ты что? Друзья, у нас произошла накладка. Нас забрал не тот транс, но мы добрались до отеля, все равно до нашего. А это представитель отеля. Он нас встречает и нас... Вот... Привет. Привет. То есть мы когда были первый раз здесь в июле месяце, ну и тут такой разгром был, я вам покажу в разрезе, конечно, то, что они сделали. Они в декабре начали строить этот отель и уже закончили, это очень круто. Нам принесли еду, ну это все в турецком стиле, видите, куча разненьких маленьких блюд. Рыбу принесли, вкусная рыба? Да. Обалденная. Девочки взяли мартини. Настоящие мартини, не турецкие. Коньяк очень вкусный, Джек Дэниелс. Ну, по питанию все очень-очень круто. Я все это поснимаю, но так вам. Мне лично очень нравится кухня, все очень вкусно. И тогда, когда мы кушали вон там вот, и там была стройка, и пыль стояла, что я потом весь свое оборудование протирал. Но кухня вкусная, у них очень хороший повар, поэтому рекомендую. Мы в номере, у нас прямой вид на море. Сейчас покажу вам, потом, я думаю, еще раз пересниму все, но... Первые впечатления. Халаты. Скорее всего, лен. Одна большая кровать. Маленькая. Есть чайный уголок, большой плазменный телевизор. Кондиционер центральный. Комплимент нам сделали. Бутылка вина, фрукты, виноград. Ну, видите сами. Кондиционер. Если кто-то не знает, как пользоваться кондиционером, то вот здесь вот эта штучка отщелкивается. Наши коллеги, которые с нами приехали, пришли в номер, говорят, не знаем, как включить. Значит, что у нас здесь? Большой шкаф, большой сейф, смотрите, какой громадный. Сюда и ноутбук влезет, наверное, даже. Ну, 17-дюймовый нет, но 15 так точно. И здесь еще один шкаф, тапочки. Ванная комната, плитка. Фен здесь маленький, поэтому берите свой. Душ. И душ тропический. Балкон. У нас сетка на балконе есть, чтобы комары не летели. Балкон большой, сушилка, два кресла, столик, пепельница и прямой вид на море. Под нами находится терраса ресторана. Бассейн. И наш пляж вот здесь вот находится. Чайный уголок, чай, кофе, все в индивидуальных пакетиках, чайник. И бар. Пиво, кола, фанта, минеральная вода, сок, вода, весь заставлен. Блин, мне даже жалко.